Всем привет! В этом выпуске поговорим о выполнении контрактов, защита штаба, пойдемте на защиту штаба и попытаемся выполнить этот контракт. Я поиграю, повыполняю, а вы посмотрите, как я это делаю. Сравните со своими действиями. Ага, заметил нас. Заметила. Оля. Так. Наша команда просаживается. Вот этот браунинг неплохо топит, конечно. Когда играешь на уничтожение базы. Опять Оля. Ну, в общем, понятно, да, ребят? Процесс игры. Одна команда должна уничтожить штаб другой, а другая команда либо защищать штаб должна не давать, чтобы его уничтожили, но опять же атаковать. Тут получается два в одном. Вроде и защищать надо, и атаковать. Вот, так что вот интересный такой, ну, парадокс не знаю, но интересный вариант получается. Так, поскольку выполняем контракт, не будем мы тут расслабляться, так скажем, и заниматься чем-то другим. Не будем тут разводить какую-то деятельность, а будем просто уничтожать штаб. Так, две победы в копилке есть. У нас был контракт на сегодня. Три победы на захвате штаба сделать. Две мы уже сделали. И остается у нас еще одна победа. Давайте, наверное, сразу ее сделаем. Как я громко, да, заявил. Как всегда, когда так говоришь, самоуверенность всегда подводит. И все время проигрываешь. Сейчас посмотрим статистику, подвела самоуверенность или нет.
Так, ну, по ощущениям, явно ребята проигрывать не собираются. И сами уже пошли в атаку. И уже кромсают наш штаб. А мы еще даже ни разу не дошли до ихнего штаба. Ну вот только сейчас удалось добраться и хотя бы начать наносить какой-то урон. Пока не поздно, еще можно что-то предпринять. Или уже будет слишком поздно. Сейчас, если противника еще немножко добавят, себе сделает чуть-чуть еще преимущество, то уже, скорее всего. А вот они уже сделали преимущество и держат оборону, так скажем. И как они у них, они как договорились. Сплоченно все у них так. По два, по три человека держатся. Да, пробиться очень сложно. Ни с той, ни с этой стороны. Так давайте через центр попробуем прорваться. Ну, они тут везде прям. Чуть-чуть поднажать получилось, но этого недостаточно. А нам нужна победа. Любой ценой, так сказать. Но через такой плотный кордон очень сложно прорваться. Так, давайте попробуем опять через центр. Там у них явный провис, мы наблюдаем. Ребята бросили защиту, пошли в атаку. И у них это хорошо получается. Ну да, как я и говорил. Может, статистика, две победы, третье поражение. А может, еще какие-то факторы повлияли. Вот. На это. Может, ребята посильнее играют, понапористее оказались. Но в любом случае. Ладно, ребят, что, надеюсь, вам понравилось. Вот. Так что вот так вот. Давайте. Не прощаюсь с вами. Говорю, до скорой встречи. До следующего видео. Всем удачи, всем успехов, побед в игре. Вот, хорошего настроения. И давайте. До следующего видео.